Москву разрисуют, чтобы уберечь от вандалов. Мэр столицы Сергей Собянин хочет привлечь стрит-арт художников к росписи стен домов и подземных переходов. Московские новости спросили у профессионалов, что они думают о сотрудничестве с городскими властями. Откровения уличных художников и размышления о том, станет ли роспись спасением от граффитчиков в последнем выпуске «Московских новостей».